На конкурс «Дети читают стихи». Коршунова Ирина, 9 лет, город Саров. Борис Захадер, вредный кот. Петь, здорово, здравствуй, Вов. Как уроки? Не готов. Понимаешь, вредный кот заниматься не дает. Только был, сел за стол. Слышу мяу, что пришел? Уходи, кричу коту, мне и так не готов. Видишь, занят я наукой, так что брысь и не мяукай. Он тогда залез на стол, притворился, что уснул. Ну и ловко сделал вид, ведь совсем как будто спит. Но меня же не обманешь. А, ты спишь, сейчас ты встанешь. Я умен и ты умен. Раз его за хвост, а он мне все руки царапал, с карты со стола стянул. Все чернила пролил на пол и в окошко лизнул.